приходил один Павел Б. Он говорил о том, сколько шайб он забросил в идет под зонтом, паротник подняв у плаща, ноги он подняв, не уйди ему от дождя. Но нет, он грустит человек, а о другом тоскует душа. Думает он, как бы взять где? Где? Миллион долларов США. Миллион, миллион долларов США. Миллион, миллион. Жизнь будет хороша. Миллион, миллион долларов США. Миллион, миллион. И жизнь будет хороша. Человеку нужен свой дом, а у дома чтобы рос сад, а по саду, чтоб бегал сын, и у сына, чтобы был брат. Два. Чтоб жена не дура была, и чтобы лицом была хороша. И еще, чтоб в банке лежал миллион долларов США. Миллион, миллион долларов США. Миллион, миллион. Жизнь будет хороша. Миллион, миллион долларов США. Миллион, миллион. И жизнь будет хороша. Господа хорошие. Уже светает, блин. Давай, притопи. Скоро на месте будем. Она же некрасивая, сказал один мне Кирилл. Слушай, братан, да я и так все знаю. Че, я дурик, что ли? Знаю, все вижу, некрасивая, да? Знаю.
красивая. Ну и стяди-мо. Такая жопа. О, у нее такая жопа. О, ее такая жопа. В общем, я ее люблю. Да, я и так все знаю. Я про нее все знаю. Да я вообще все знаю. Но есть один момент. У нее такая жопа. У нее такая жопа. У нее такая жопа. В общем, я ее люблю. Ooh.